столице Дагестана на базе ОМОН «Горец» управления Росгвардии прошел день открытых дверей для учащихся 4 класса Махачкалинской школы номер 27. Перед началом мероприятия юные гости отряда возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга ОМОНовцам. Затем ребята посетили выставку боевого оружия и специальной техники. Они смогли подробно ознакомиться с разными видами автоматов, пистолетов, снайперских винтовок, стоящих на вооружении спецподразделений Росгвардии, а также примерить на себе снаряжение бойцов ОМОН. Сотрудники подробно рассказали школьникам и о тактико-технических характеристиках представленного оружия. На выставке спецтехники дети узнали о видах боевого транспорта войск Национальной гвардии. Ребятам предоставилась возможность сесть за руль БТРов, бронеавтомобилей «Тигр» и сделать памятные фотографии. Школьники также узнали о работе бойцов-высотников и специалистов-взрывотехников. Посетили маленькие гости и кинологический городок спецподразделения, где познакомились с четвероногими напарниками росгвардейцев. Заместитель командира ОМОН «Горец» полковник полиции Шамиль Юсуп Кадиев рассказал ребятам об истории отряда, боевых буднях ОМОНовцев и бойцах, которые героически погибли при исполнении своих служебных обязанностей.